Более 1000 казахстанских военнослужащих встретились со школьниками, чтобы провести для них уроки мужества. Для учеников школы лицея номер 66 их проводили заместитель главы Минобороны Талгат Мухтаров и главнокомандующий военно-морскими силами Жандарбек Жанзаков. Они привели детям примеры героизма, рассказы о Талгате Бигельдинове, дважды герой Советского Союза, о прославленных народных героях Казахстана Касыме Кайсенове, Сагадате Нурмагомбетове и других, а также о чувстве патриотизма, истории страны, межнациональном согласии и других важных составляющих каждого государства. Отмечу, подобная акция проходит во всех школах и колледжах Казахстана. Привести примеры мужества наших героического, на примере героического наследия нашего народа, на примере героизма, проведенного во всех во всей истории Казахстана, призвать и показать молодежи, что основными такими качествами для человека ныне также являются как чувство патриотизма, любви к отечеству, защиты Родины.